Здравствуйте, дорогие зрители. По-видимому, только в отпуске, только на отдыхе понимаешь, что такое здоровое состояние психики, вот так пропускаешь через себя, ощущаешь это в полной мере. Здоровое состояние психики – это когда ты расслаблен, нет никакого внутреннего напряжения, а все хорошо, все прекрасно. Когда улыбка не сходит с лица, ты постоянно весел. Это когда ты всем доволен. Это когда у тебя всегда хорошее настроение. Хорошее настроение. Вот что такое здоровое состояние психики. Это когда ты ни с кем не конкурируешь. Это когда ты не хочешь делать гадости, не хочешь говорить гадости. Когда ты все видишь позитивно, позитивно мыслишь, когда ты на своем месте, когда ты одно целое с природой, когда ты продолжение солнца, продолжение моря, когда тебе тепло. Очень важно, чтобы было тепло. Когда ты выспался, а есть еще и на юге такое явление, как сиеста. Вот послеобеденный отдых. Я тут песню написал, там, о море цвета изумруда. Называется она. Посмотрим. Надеюсь, скоро выйдет. Вы ее услышите. Эти песни у меня рождаются прямо в море. Когда я купаюсь в море, рождаются строчки, рождается музыка. Потрясающе. Очень, и очень все позитивно. Очень позитивно. То есть здоровое состояние психики – это творческое состояние, когда хочется, и не просто хочется, а вы творите, вы создаете что-то. Это замечательно просто. Ну и когда все вокруг тоже, в общем, довольны. Вот удивительная способность Крита – всех делать довольными, спокойными. Солнце. Оттаивают души здесь, оттаивают. И все становится гармоничным. Вот, это прекрасно, это прекрасно. Вот что нам всем нужно. Это отдых. Отдых от этой, от жизни, которую не мы придумали, а которую нам навязали. Жизнь нам навязали. Нет, не ту жизнь, вот, как бытие наше, да? Нет, я не об этой жизни говорю. Я имею в виду социальную жизнь. Вот политику нам навязали, эти масс-медиа, религию навязали. Какая здесь, вот на отдыхе, какая религия? Религия удовольствия, религия радости, религия счастья, религия солнца, религия моря. Вот. Культ солнца и моря. Свежего воздуха. Политика какая? Политика? Отдыхать, наслаждаться жизнью, получать удовольствие, ловить кайф. Прекрасно.
Социальные отношения какие? Никаких. Каждый занят своим делом. Полный игнор. Это же прекрасно, это же замечательно. И купаться, и греться. Ну, что такое тепло? Тепло солнца, ну и, конечно, тепло душ. Уже метафорически, если говорить, метафорически это тоже тепло. Тепло душ, оно необходимо нам. Солнечные люди нужны. Люди, которые несут свет, теплоту. В лучах счастья, любви, тепла, которых хочется погреться. Люди позитивные, веселые, жизнерадостные. Вот тут понимаешь эту ценность вот этого всего позитива. То есть ее и так понимаешь, но здесь переживаешь это все особенно остро, глубоко. Эту важность, необходимость позитива. Вот что ценится. Вот что ценится. Это то, чего нам. И никакой информации. Какую информацию нам солнце дает? Какую информацию нам море дает? Никакой. Только одну. Наслаждайся, радуйся, отдыхай, расслабляйся. Ты для этого пришел в этот мир, ты вот, мир он для тебя и существует. Ты здесь не случайно, здесь все для тебя. Потрясающе. Во что же мы превращаем нашу прекрасную жизнь и планету? Нашими требованиями, придирками, да, ожиданиями. Море что от вас ждет? Ничего. Оно даже не ждет вас здесь. Это мы ждем встречи с морем, а не оно с нами. Солнце чего от нас ждет? Ничего. Оно просто делает свое дело, светит и все. И греет, жизнь дает. Это мы хотим понежиться в его лучах. Надо быть как море и солнце. Такая философия жизни, философия любви к себе, просто любить себя и все. И все будет замечательно. Вот. Понимаешь здесь, вот на этом контрасте, что действительно ценно, а что нет. Так что прекрасный опыт, Крит, замечательный остров, Греция. И сентябрь такой теплый, и такая погода, как мне сказали, она здесь до ноября месяца стоит. То есть еще октябрь будет таким. Фантастика. Потрясающе. Удивительно. Все решил, я лечу туда, где жара сносит крышу всем. Оставляю вас холода, но пока что не насовсем. Кстати, вот песня эта стала пророческой. Удивительно. На Багамы, в Таиланд, на Крит. Я мечтаю попасть скорей. Готов даже взять кредит, чтоб стать ближе к мечте своей. Вот. И композитор и певец этой песни поехал в Таиланд. А я
автор слов поехал на Крит. Прекрасно, замечательно. Так что, друзья мои, у кого есть такая возможность, обязательно, обязательно отдыхайте, обязательно. Нам, понимаете, понятие нормы его не существует, да, как мы знаем. Но, тем не менее, есть, нет понятия нормы, но есть понятие здоровой психики. Так вот, я могу сказать, что психика здоровеет как раз вот в таких условиях. Ей нужен отдых. И вот просто идешь, и все тебе в радость. Улыбаешься во весь рот. Это отличное состояние радости бытия. Вот. И ничего для этого не надо. Никакой алкоголь, там, наркотики, еще что-то стимулирующее. Не надо ничего для этого. Для этого просто надо приехать на Крит, например. И все. И вы уже через неделю вы в нужной кондиции. Так что. Но я снял очень много видео для вас. Моря, города Ираклион. Я в Ираклионе. Два клипа снял на мои песни. Так что смотрите, слушайте. Песни эти выпущены в рамках проекта «Музыка-терапия», так что они обладают психотерапевтическим эффектом тоже. Вот. Плюс видеоряд красивый, так что наслаждайтесь. Ну вот это я постарался передать вам эту атмосферу, это солнце, море и свою радость от пребывание здесь и от воплощения своей мечты. Кстати, я очень жалею, что я давно никуда не ездил. Все-таки надо было ездить. И вот ценность путешествий понимаешь только во время путешествий. Ценность отдыха понимаешь во время отдыха. Ну вот сейчас уже меня зовут там в разные экзотические страны. В общем, надеюсь, что я смогу продолжить свои вояжи, путешествия, и надо мне подтянуть языки, кое-какие выучить языки для того, чтобы свободно общаться и извлекать еще больше выгоды и пользы от моих поездок с таким вот погружением. Вот. Всем огромное спасибо за пожелание хорошего отдыха. Я хорошо отдыхаю здесь. Вот скоро уже лечу обратно домой. Так что скоро будут уже ролики делаться из привычных вам мест. Вот. Ну а здесь я придумал несколько курсов психологических программ. Это программы по формированию уверенности в себе. Это одна программа. И вторая – это программа избавления от страхов. То есть и к этим программам добавляются психотренинги и рассылки обязательно. Так что пользуйтесь возможностью, все очень эффективно, все работает. И вот у меня тут одна женщина
написала про мигрень. Она страдает мигренью много лет уже. Вот, ничего не помогает, там в семье проблемы. И спрашивает у меня, есть ли в моей практике случаи исцеления от мигрени. Вот как раз есть такой случай исцеления от мигрени. Женщина страдала 15 лет. Вот мы с ней поработали. Онлайн-консультации она прошла и прочитала несколько рассылок. И у нее прошла мигрень. Вот она мне об этом написала. Вот такой эффект был. Так что да, да. Практически все болезни, они психосоматические. Вот. И психотерапия творит чудеса. Так что обращайтесь, обращайтесь. И я постараюсь вам помочь. В моей практике вот есть такие исцеления от мигрени, от астмы. И так далее. У кого что? Похудение. Вот кто-то не может похудеть. И я тут статью прочитал одну. Значит, врач говорит про препарат для диабетиков, который используют для похудания. Но в Европе он не легализован еще, этот препарат. Вот. Слушайте, не надо препаратов. Вот достаточно просто обратиться за психологической помощью. Ко мне, например. И мы с вами проработаем эту тему, почему вы обжираетесь, почему вы толстеете. Потолстели так, почему вы не можете похудеть, почему вы не можете поменять свое пищевое поведение. А между прочим, ведь этот аппарат не панацея. Я уже не помню название, но это не важно, да. Не панацея, потому что когда человек заканчивает принимать таблетки, то что происходит? А он снова набирает вес, потому что он не меняет свое пищевое поведение, свои привычки пищевые. Я предлагаю совсем другой подход. И здесь просто надо записаться на консультацию, слушать психотренинг. Вообще, самое главное, это слушать то, что я говорю, мои рекомендации. Если вы их слушаете, молодцы. Но вы обязательно поправитесь, обязательно будет эффект. Это можно гарантировать. Но даже если люди не выполняют мои рекомендации, то я наблюдал, все равно есть эффект. Все равно все получается у некоторых. У некоторых все равно получается. Вот так это происходит, все чудесно. Так что, друзья мои, я скоро возвращаюсь, через там несколько дней, в конце этой недели, и продолжаем с вами встречаться, проводить консультации, программы. Записывайтесь по имейлу, есть у меня 30-часовая программа психотерапевтическая. 30 часов, там мы все прорабатываем, все, что нужно. Родительские сценарии, убеждения, учимся жить здесь и сейчас, избавляемся от груза прошлого, формируем мировоззрение, позитивное мышление. В общем, целая программа, классная, мирового уровня, основанная на достижениях мировой психологии, психологов разных стран и народов. Вот. Так что я приглашаю. Очень хорошая. Эту программу уже прошли многие люди. Они все очень довольны. Все. На всех она возымела свое действие.
трансформационная. И у всех изменилась жизнь в той мере, в какой они сами захотели этих изменений. Так что милости прошу. Да. Ну и наконец, последнее. Ну, читайте в нашем сообществе мои посты. И вот недавний пост как раз и посвящен тому, что жизнь – это то, что мы о ней думаем. Поэтому, когда вы меняете ваши мысли, меняется ваша жизнь. Жизнь – это точное отражение ваших убеждений. Поэтому меняются убеждения, меняется жизнь. Не лгите себе, самое главное. Вот мне пишут иногда люди, ну, они лгут себе. Мне лгут. Мне невозможно соврать. Ну, хорошо. Главное, себе не лгите. Главное, себя не обманывайте. И тогда все будет хорошо. Честность. Честность – это номер один во всем. Во всем. Только честность вас приведет к чудесам, к счастью, к процветанию, к хорошим отношениям, к любви, к дружбе, к богатству, честность. Да. И что? И в первую очередь это честность перед самими собой. Быть честными с самими собой. Вот, кстати, на программе тоже мы учимся быть честными. Мы учимся этапам развития честности. Мы учимся распознавать обман, способы самообмана, как мы себя обманываем. И потом, уже имея вот это знание, да, которое становится, в общем-то, фундаментальным для вас, мировоззренческим таким, вам уже будет трудно себя обманывать, себе лгать, потому что вы будете знать, что вы лжете себе. А если вы себе лжете, то рассчитывать на результат хороший не стоит. Не стоит просто. Вот так. Вот это я бы хотел сказать, да. Ну, всем хорошей осени. Теплой, солнечной, прекрасной. И не только снаружи, но и внутри, в душах. Самое главное – это тепло душ, тепло сердец, это солнце внутри нас, это доброта внутри нас, любовь внутри нас. Вот любите друг друга, ну а в первую очередь любите себя, конечно. Вот Иисус сказал: любите, возлюби Бога и ближнего. А я говорю: возлюбите себя. Начните жить для себя. Удовлетворите свои потребности и желания, прежде чем помогать другим. Помогите себе. Это лучшее, что вы можете сделать. Мы приходим в этот мир, чтобы научиться самостоятельности, чтобы стать взрослыми, стать сильными. Здесь у меня рассылка «Как стать сильным». Тоже очень полезно. Так что все это здесь мы для того, чтобы учиться. Ну и периодически отдыхать и наслаждаться солнцем, морем, природой, апельсинами. Здесь очень вкусные апельсины, инжиром. Вот, апельсиновым соком и собственным и собственным благополучием, собственным здоровьем. Это вот это ресурсное состояние, оно очень классное, когда вы наполнены радостью. Это очень круто, это очень здорово. В этом состоянии можно делать очень много всего замечательного, прекрасного, удивительного. Благодарю за внимание и до новых встреч.